ты девочка или кошка? Молчу, значит, кошка. Серый это какой-то, да? Белый, смотрите, белый самый редкий, а все самые классные. А вот это тоже такой сладенький. Эй, просыпался? Это бенгал, да? Да, да. Устал, наверное. Вы девушки или кошки? Да, ну я белый. Сервалы – это не порода, это вид. Как леопарды, как тигры. Считается диким хищником, родом из Африки. Это считается божеством Египта. С детства, когда рождается серваленок, мы их отнимаем, когда им исполняется 10 дней. Когда только они открывают глазки, первым делом они должны увидеть человека, но не свою мать. Мать их одичает. Вот. А после мы их кормим с бутылочки молоком для щенят. Котенок становится ласковым, побольше внимания нужно уделять. Вот наш Сильвер, он фотосессии проводит, на выставки ездим. Вот добрый, ласковый, очень послушный. Мы их кормим мясом сырым, шейками куриными, перепелками. Сейчас ему 3 года, он весит 20 килограмм. Вот. И еще у нас есть самец и самка. Вот. Они уже будут сюда в вольере, плодятся. Вот. Такие же ласковые, добрые. Это у нас 3 пацана. Сколько их? Молодой взрослый. Очень большой, очень большой дом. Какой холеный, 6 литров, 6 литров подготовлен. Мак большая, голова. Очень красивые, яркие, великолепные песенные глазки. Это кот-чемпион? Премьер, он у нас в классе кастратов, он чемпионом, ну, как бы титулы те же самые, но в племенном разведении не участвует. А что за порода это? Шотландский. Да? Ну, можно что-то о ней немножко рассказать? Характер у них, ну, вот, обратили внимание, разные глазки? Это вот особенность белого окраса, либо два оранжевых, либо два голубых, либо вот один оранжевый, один голубой. А у него какой? Тимуша, посмотри, зайчик. Поверни глаз. Тимош. Он уже устал, в детстве замучили. Конечно. Так какие у него глаза-то? Получается, правый оранжевый, левый голубой. Угу. Текстура шерсти вот у него очень мягенькая, она такая. Вот знаете, как ни странно. Симпушки агрессивные. Айсик. Айс. Кузя он. Есть.